Houston, we've had a problem. Значит так, Тулигина. Тулигинова? Тулигинова! Ты вообще в край охренела, да? Ты чем думаешь, ты скажи? Ты меня специально выводишь? На какой вопрос отвечать? Ты как додумалась стрелять, когда вокруг столько гражданских? Стоять, блядь, стрелять буду! Не стреляйте, гражданские! Да я попаду! Да я сам поймаю! Виновата. Ты что скажешь? Виноватый Ярко Мукашевич. Да блин, если бы не он под ногами мешался, все бы нормально прошло. Кто он в красной куртке? Отлично. Ты сиди, я поймаю. Ты в смысле сиди? Да зачем ты вышла? Не лезь, ведь мой. Да это опасно. Ну, для тебя. Думаю, я не спрашиваю, потому что баба? Потому что ты психованная. Да пиздец, ты что стоишь? Побежали! Шеф, можно я пойду? Честно, я пытался. Но больше я не могу работать с этой неадекватной. Нахер я тебя с собой вела, а? Этого барыгу вообще-то я сама вышла. Потому что твой характер в отделе никто не выносит. А я с тобой, потому что тебе в делах фартит. Это называется чуйка. Слышал такое? Ну что, поздравляю. Пятый напарник. 3 месяца подержался. Нормальный же мужик. Я не понимаю, что тебе надо? Что ты хочешь? Да ничего я не хочу. Ни одной нормально. Я же о тебе беспокоюсь. Хочу, чтобы ты адекватно, нормально работала. Я и пытаюсь. Барыга убегал. Ты видел, сколько всякой разной наркоты у него с собой было? И чё? Это повод в него на улице стрелять, да? Так, я тебе сколько раз говорил, наверное, кабинете не курить! Я вообще-то делом занимаюсь. А не как все остальные в отделе, блин, с людей бабки качаешь, чтоб тебе потом отчехлять. Вот ты и бесишься. Сучка. When I wake up in the morning, drinking coffee on my balcony, trees are dead. Қалайсың, Жанар? О, привет, Жан. Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Классно выглядишь. Ой, сегодня пациентов было много, дел полно. Кстати, на жақта пациентаға диагнозын айта аласың ба? Осы жерде барлық анализдері, ена операция опасы. Хорошо, Жан? Целую. Спасибо, Жан. Люблю. Учитывая динамику рецидива, медикаментозный метод лечения не приведет к лечению в полной форме. С
совета медицинского консилиума было принято решение... Я ампутирую? Не плачьте. Меня предупреждали, что такое возможно. У меня к вам есть одна просьба. Передайте, пожалуйста, моей внучке Ружан, что все будет хорошо. Она сейчас в комнате ожидания. Я не смогу. В курсе, что этот барыга собирается в суд на вас подавать? Хорош. Барыга? Почему ты не можешь быть просто нормальной бабой? Ты же казашка. Ну, по идее, восточная женщина должна быть. Ты меня сколько лет знаешь? Я такая, блин, какая я есть, понятно? Пора бы уже, наверное, свыкнуться, привыкнуть. Хочешь восточную женщину, иди к своей жене. А? Тебе кто-то мешает или? Что ты докопался, блин, до меня? В общем, без напарника ты работать не будешь. Слушай, меня защищать не надо. Мне сколько раз говорить? Не надо. Тебе напарник нужен не чтобы тебя защищать. Тебе напарник нужен, чтобы людей от тебя защищать. Кто? Господин подполковник, разрешите? Ну? Вот дело, о котором вы спрашивали. Калиев же, да? Так точно. Слушай, Калиев... В оперативку хочешь? Но ведь я сейчас работаю в архивном отделе. Вот, будешь этими делами заниматься, а не просто их заполнять. Ну? Хочу. Отлично. Твоя новая напарница, Тулегенова Улжан, приказываю вам провести допрос задержанного, которого она чуть не подстрелила. Есть. Красавчик. Еркан, я же, блин, только что тебе... Я все сказал, Улжан, мое терпение не бесконечно. Калиев, твой последний шанс. Не сработаешься с ним, уволю. Понятно? Понятно. Все. Свободно. Доктор Айша, твоя Жека просила передать, что у нее все хорошо. Она тебя очень любит. Ой. А где Жека? Жека из-за лекарств постоянно спит. Она к тебе очень хотела, правда. Ой, простите. Не знаю, что до меня дошло. Давай я с твоей мамой поговорю, хорошо? А потом вы поедете домой. Жека немножко тут побудет, хорошо?
А Жека выздоровеет до моего день рождения? Просто, просто она мне обещала пойти в горы. Да, конечно, выздоровеет. Аружан, сюда животными нельзя. Да, я знаю. Там на входе тетя ругалась. Там просто были собаки. А вы не расскажете? Я расскажу, хорошо. Можно вас, да? Понимаете, тут такое дело. Ну, сложно на самом деле. Ой, что ты делаешь? Я посмотрела дело Жақсылықова. И? Еще пару анализов, и можно будет избежать ампутации. Да зачем снова эти анализы? Все решили же. Вот, лучше. Угощайся. Я же не пью. Ну, нужно же ей как-то помочь, а? Как? Например, провести с ней медикаментозный курс, малоинвазивный метод лечения методом Аспирекс, восстановить сосуды. Если, конечно, еще не поздно. Ну, не знаю. Мне кажется, не избежать ампутации ноги. Айша, ана операционный мен коридорлар жуу керек. Білесің ғой менің белім ауыратын. Өзің жуасаш. Жарайт, жарайт, жуасылы. Рахмет. Бара беріңіз. Еркін Мукашевич приказал допрос проводить мне, так как вы можете причинить вред обвиняемому. Кстати, меня Сабит зовут. Предлагаю после допроса выпить кофе, узнаем друг друга получше. Во-первых, на кофе у меня аллергия, я его не пью. Во-вторых, знаю я тебя, крыса, наслышана тут о твоих подвигах. Еще любишь, да, на людей доносы писать? Я тогда поступил правильно. А ты что? Я не отрекаюсь от своего поступка. Смотрите-ка, какой он принципиальный. Легенова. Проверка связи, хуеплет. Вы что? Это беспредел? Ну? Да. Ты что-то слишком подсел на кофе. Не выспался. Так, уважаемые коллеги, нам важно прямо сейчас принять решение по пациентке Жақсылықовой. Айша, хочешь провести ампутацию? Ну. Понятно. Есть желающие? Мне кажется, мы рассмотрели не все возможные варианты лечения опухоли. Я тоже так думаю. Да. Так. Так. Все хотят домой. Но тем не менее, поэтому давайте еще раз посмотрим. Я думаю, ампутация ноги неизбежна. Так будет лучше для пациентки. Есть еще другие мнения? Ладно. Не с того мы с тобой начали. Куришь? Да. Саныч. А здесь не курят. Вот именно. Интересная у тебя аптечка. Кому вез? Ужан. Речи, давай говори быстрее, давай.
Ну-ка. Пользуйся тем, что ты баба. Это что? Так бы я тебя поняла, блядь. Да ну нах. Ты чё? Чё сказал? Давай. Говори. Ну, давай. Не про танцы? Смельчак! Ну? Тулигенова, ты чё творишь? Иди сюда! Что вы сказали? Есть ещё варианты. Как избежать ампутацию? Можно избежать ампутации. Слушаю, Жанара. Ну, мы можем попробовать малоинвазивный метод лечения. О. Методом Аспирекс. Угу. Ну, восстановить сосуды. Хорошо. Тем более, мы видим, что нервные окончания функционируют, функция сустава не нарушена. А такой метод уже давно практикуют во всем мире. И я думаю, что у нас... Считаю, что правильное решение. Правильно. Молодец, Жанара. Молодец. Когда пациентка проснется, сообщи ей эту хорошую новость. Спа, на самом деле, эта идея... Берите пример с нашей Жанары, друзья. Молодец. Отпусти! Отпусти! Ты что, больная, что ли? Отпусти! Что такое? Больно, да? Больно же. А? Девчонки, ну вы что, блин? Я же, блин, только начала. Больно! Тихо. Я в этом не участвую. Братан, не уходи, братан! Тихо. Ты что разорался? Слышь, не скажешь мне, руки сломаю. Все, это серьезные люди, это серьезно. Ну. Они убьют меня. Кто молодец, а? Ну вот, уже думать начал. Это кто? Заказчик? Да. Бери и договаривайся о встрече. Ты понимаешь, это серьезные люди, они минвультретналар. Так ты что, дети убила, да? Бери, блин, я сказал. Бери! Да. Алло. Ассаламу алейкум, аға. Я, анау, артымызды тазалап кету керек болды. Я бүгін сағат 10:00. Кешкі. Күтем. Жақсы, аға. Молодец! Убери, пожалуйста, ноги с моего стола. Чё? Рапорт пишешь? Обожаю свежие доносы. Не собирался я на тебя докладывать. Красавчик. Короче, я сейчас поеду на встречу с заказчиком, а ты давай пиши. Как мы долго и интеллигентно выбивали данные из этого барыги. Понял? Давай. И, кстати, руку он сам себе вывихнул. Вообще-то, Ертем Мукашевич приказал тебе одну не оставлять. Так что я поеду с тобой. Ты тут стрелять умеешь? Естественно, я тоже полицейский. Ну давай, собирайся, давай. И этот, переоденься, а? Чего говорит, долбишь меня, хорошо? Давай.
Мам, жұмыстарыңыз қалай? Бір қалыпты. Жүрміз ғой сол жұмыс деп. Отпыс қалмасам шаршап жүрмін. Өзіңнің жұмысыңда не жаңалық балым? Менде тым тырыс. Сол банкте бір орында әйтеуір жүріп жатыр. Ал папаңның жүрісі мынау қор-қор деп жоғалып кетеді маған көмектесудің орнына. Мам, папым конкурсқа дайындалып жүр. Осы конкурстан ары қарай өтсе, Турцияға кетеді. Да? Көрерміз сол ән айтқаннан бір нәрсе шықса. Да, балам. Тағы бір шөпке жүрші. Әкеңіз. Девочки, не будем забывать, что на днях я выпустила книгу с названием «Все богини с Венеры», где я рассказываю вам, как стать хозяйкой собственной жизни. С нашими слушателями, как всегда, я, ваша Венера, и наша сегодняшняя гостья Айганым. Поприветствуем ее. Мы сегодня будем говорить об эмоциональном абьюзе и как с ним бороться. Айганым, детка, расскажи нам о своем муже. Я... Он высокий. Да не я... то. Расскажи нам, как он с тобой обращается. У нас все нормально. Ты же мне другое рассказывала, помнишь? Не бойся, Айганым, этот подкаст только для женщин. Ну... Когда родился Алихан, я поправилась, и мой муж сказал, что я очень жирная. Я старалась, и я похудела, но ему все равно не нравится. Ты ж моя бедненькая. А что он тебе еще говорит? Что я глупая и плохо готовлю. На самом деле он хороший. Он нас с Алиханчиком обеспечивает. Вот. Ты что, прикалываешься, что ли? А это наша Ульжан. Она ведет рубрику самообороны. Подожди, Венера. Ну-ка сюда смотри. Ты что, реально думаешь, что вот этот урод нормальный? Хороший? А, слушай, наша Ульжан очень категорична. Ульжан, подобный брак можно спасти, если работать. Над чем там работать? Венера, чё там спасать, скажи мне? Урод, блин, он и все. Таким надо яйца, блин, отрубать, чтобы они никогда мне больше не плодились. Ужан, пожалуйста, насилие не выход. Иногда, блин, выход. Нет, не выход. Здесь поможет тактика, мудрость и разговоры. Эгоны, разговоры. Слушай, послушай мудрую Венеру. Эмоциональный абьюз – это, конечно, большая проблема, но вполне решаемая. Стать мудрее, стань хитрее, ну, я не знаю, гибче. И прочитай мою книгу, ведь там все подробно. Или знаешь что, просто отрасти яйца. А? Просто врежь, блин, ему все, чтобы знал, да? Я еще раз повторяю, что насилие не выход. А я еще раз мне повторяю, что иногда это выход. Можно я пойду? Айганым, когда ты прочтешь мою книгу, все твои проблемы с мужем разрешаться. Себя 5000. Ну что ж, друзья, а скоро я выйду с темой, как разбудить вторую чакру. Знающие меня понимают. Ну что ж, а сейчас мы прощаемся с нашей гостьей Айганым. И помните, девочки, слова решают все. Не все. Алло? Айша, привет, спишь? Я не сплю. Что случилось? Разим не можем найти. У нее сегодня дежурство, а ее нет. Ну, мама, она, наверное, забыла. Я сейчас сама подойду, хорошо? Ой, ты как всегда. Не видишь, что она тобой пользуется? Тихо, я писюша, блин. Ладно, жду. Угу. Давай. И лучше.
Мен қаз маман орнына тез жұмысқа барып келейін, ә? Ә, жөмен, ой етісілің оғасы. Жоқ, жан, ұйықтай берсін, ұят болады ғой. Онда мен сен тез-тез апарып сен жұмысқа дейін. Жоқ, ертең таңертең сенде жұмыс, ұйықтай бер, жан. Жарайды. Бірақ жеткенде бізді звондап қарашы. Хорошо. Абайлап жүр. Аха, жарайды. Ты что, стрелять собираешься? Ну, как пойдет. Как пойдет. Может, все-таки стоит подкрепление вызвать? Че, боишься, что ли? Сыкло. Долбоёб твой, барыга. То стрелу перебивать последний момент. Чё за хуйня это? Пизди, пиши, бака, ты чё, ёмо? Причина, может, какая-то была? Причина? Причина, он долбоёб. Вот причина. Все хорошо, братан, не переживай. Ты что такой нервный, а? Да, все хорошо, братан, вот просто. Лейтенанта Легенова. Ваши документы. Что случилось? Проверка документов. Причина проверки? Документы предъяви. С ней что? Нормально все? Да, подруга наша перепила немного. Слушай, начальник, давай договоримся, а? Мы и торопимся реально. Обси. Выходим из машины. Вышли из машины, я сказала. Из машины выходим, я сказала. Быстро вышли! Булжан! Топи! 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 Скорую! Скорую! Как у Катя? Нормально? Нормально.
Есть, да? Есть. Езжай, езжай, сейчас. Вон там поворот направо завернешь. Слишком много крови. Кости были переломаны. И врачи собирали их почти по кусочкам. Выстрелы были произведены почти в упор. И шансов на спасение было очень мало. Нам нужна еще кровь. Мы ее теряем. У нас тоже на исходе. У вас какая? Первая отрицательная. То же самое. Через сколько донорская сможет быть у нас? Можно запросить в центральную. Я везу через минут 20-30. Можем не успеть. Есть один выход. Мы специальным аппаратом подсоединим их друг к другу. С помощью обмена плазмой они восстановят кровообращение. Мы можем их спасти. Операция прошла успешно. Теперь будем ждать, пока она придет в себя. Мы вытащили пули, и жизненно важные органы не задеты. Но будем надеяться, что скоро она очнется. Это может быть нагрузка на органы кровообращения. Отслеживаем процесс и следим за их состоянием. Главное, что они живы. Есть еще небольшой риск. После плазмафореза пациентки переймут характеры друг друга. Я тоже так считаю. Мы должны были рисковать. Другого выбора не было. Будем надеяться, что такого не произойдет. Этот метод не изучен до конца. Но вряд ли такое вообще возможно. Такое вообще возможно. Нам придется записать вас по графе «Инвалидность».